Вот он, бля. Ревент. Вот же он, Ревент. Доктор. Да, привет, привет. Мне надо это вылечиться, маненечко. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем, ёпты. Че ругаешься? Да в смысле, братан, не ругаюсь. Это просто фигура речи, ёпты. Че болит, рассказывай. Да это, гематому помазать конкретно, это, дискомфорт мне доставляет, ёпты. Шаришь, доктор? И оплата будет $140. Забейте. А потом занести можно? Да, через 3 дня желательно, иначе будет уголовное преследование. Базара нет, доктор. А что-нибудь пожевать есть у вас тут? Творожок, может, какой-то? Творог? Нет, творог не рекомендую, кстати. Творог нормальная тема, в смысле? Братан, я в натурашку качаюсь, творог, это, блядь, залог успеха, я тебе говорю, ёпты. Не, ну я вчера его ел, он что-то не такой сытный, знаешь, как будто... Любого придурка сломаю. Производители его испортили, как будто. В натуре? Угу. Ладно, братан, давай. Давайте, ага. Братан, ты чё по парковочным местам-то ходишь, ёпты? Прошу прощения. Нормально, прощаю, ёпты, кому всем должен, тем прощаю. Здорово, малышка! Здорово. О, блять, ты пацан, что ли? Ну, типа... Чё у вас это, похавать есть? А вон там, доска справа там. Курицы нет? Курицы уже нет. Я курицу не буду, её петух топтал. Рыбный суп, $50. Сытный? Да, да, да. А рыба какая там, селёдка? Ну, наверное... И сёмга, ёпты. Наверное. И, может, форель какая? Скорее всего, форель. Да в смысле, скорее всего, вы ж тут готовите там тут это супы свои, ёпты. Нормально, форелька, ёпты, залетела на ура, братан, я тебе так скажу нахер. Все, давай, расход. Разъезд, ёпты. Здорово, неформал! Здорово, парниша. Не хочешь этот поучаствовать? В обрядах. Каких обрядах нахер? Ну мы-то можем баф дать, как это. Да, да, накастовать заклинание. Защиту на силу. На атаку. Надо, на, не надо. Типа ебальники ломать буду нормально или чё, братан? Да, да. Вообще всех, кого судьбы. Давай, колдуй, ёпты, колдун. Ёбаный волшебник, ёпты. Заклинатель запаха. Ты чё, бздеть будешь, что ли? Не, не, у нас разные методы. Ну давайте мы отойдем туда хотя бы. Ну это вообще-то платная услуга. Ну смотри, $30 один обряд. Да вы что, охереете, мошенники сраные, блядь. Нет, нет, это, нет, это наука. Давай мне бесплатно, как первому клиенту, ёпты. Это, ты что, у нас в очередь выстраиваются клиенты, на звонке постоянно висит. Ну значит, последнему за сегодня. Мне как нас... первый заказ, давай это, бесплатно, я попробую, а потом скажу, правда или нет. Мы в целях рекламы можем ему провести. В натуре. Какая реклама, кому он прорекламирует? У меня кентов много, ёпты. Ну не-не, парнишка, ты мне яйца не крути. Ты либо плати, либо обряда не будет. Да пошла ты нахер, шарлатанка ёбаная. Вот они всегда, не так ходите, понимаешь, они думают, баб, что ну могут ладно. Обдурить нас, но они не это могут. Ты умрёшь через 3 дня, слышишь меня? Чувак, есть 20 баксов на пожрать на туре, чувак? Ты чё, попрошайка нахер, иди зарабатывай. Вот. Понятно, чувак, вот так-то знаешь со мной, да, чувак? Да, вопросы нахер. Он да попросил нет, чувак, своего парня, ковбой. Ты чё, чувак, ты на туре? Чувак, я с тобой нормально подошел, спросил. А твои от меня не подходи ко мне сзади, нахер, понял? Ты чё, чувак? Понял, нахер? Чувак, отойди от меня, я тебе сказал. Чувак. Отойди от меня, нахер, я тебя сломаю, придурок, нахер. Стекло лопнуло, нахуй, от моей силы. Айо, Яней Месси, я тут, вот, сзади, ёпты, сзади. Обернись, братан, я сзади. Ну, мне сказали, что вы сделаете все красиво, а значит, бесплатно, нахер. Вкините рекламку, ёпты, что мы стилистское агентство, нахер. Ну, кто люди там, скажи. Тут, знаешь, врать мне не будут, связи кто? Имеются, братан. Имя. Братан, в смысле имя, нахер? Ты так со мной лучше не разговаривай, я тебе говорю. Ты чё, братан, хочешь проверить мои возможности, нахер, и чё, ёпты? Но, ни в коем случае, давай сразу договоримся. Короче, Месси. Ты слишком близко сейчас находится. Короче, Месси, нужен момент. Расклад такой. Бесплатно, мне нужно открыть стилистское агентство. Мне конкретно сказали, братан, что ты можешь меня пропиарить. Меня зовут Роуренд.
Да, очень приятно. А меня зовут Лена. Ты чё, меня сейчас передразнил, ёпты, я не понял, а, нахер? Кто тебя передразнил? Ты чё там, скартавил, нахер, а? Я не понял. Конкретно вопрос этот тебе задам сейчас, нахер. Не заставляй меня тебя осаживать, придурок. Понял? Ну-ну-ну, давай ты будешь, во-первых, следить за языком, во-вторых, я... Это ты следи за языком. Вообще никогда не могу выговаривать, понимаешь, ну... Не пизди, ты нормально базарил. Я эту букву никогда в жизни не мог похавать. Ты чё, охерел? Я тебя сейчас сломаю, придурок, нахер. Будешь меня дальше передразнивать? Я тебе просто конкретно сломаю, придурок, нахер. Увлекаешься этой движухой, нахер, сейчас, что ли? Сейчас, секунду, господин Лу, повезите. Ты конкретно меня сейчас морозишь, рефрижератор, ёпты. По телефону там базаришь, когда с тобой уважаемые люди базары ведут, ёпты. А ты хочешь сказать, господин Лу, что ли, не уважаемый? Да я не ебу, кто это, ты со мной разговор увел конкретно. Эй, братан, ты конкретно сейчас неуважение проявляешь ко мне и ко всем сироткам этого города. Слушай, я их представляю конкретно. Ответь на вопрос. Тут есть молодой человек такой, коротко стриженный. У него тоже такие же проблемы с буквой «Р», как у меня. Это ваш? Смотри. Мы тебе не сможем помочь бесплатно. Ну, скидку можем предоставить. Мне 75% всех. Конкретно, а лучше 74. Может, 3. Какие ты, братан? Ты меня чё, за лоха конкретно 5. Тут держишь? И чё? Одноразовая рассылка стоит 40 баксов. Пост на портале штата стоит 1000 долларов. Да ты чё, охерел с такими ценами конкретно? Это какие-то... Я тебе чё, лошадь ломовая, блядь, за косарь долларов этой хуйнёй заниматься, ёпта. Ну ты же не обращаешься я тут должен... Трэш-бэй. Эй, послушай сюда, нахер, я сюда пришёл конкретно бабки мутить, а не этой хуйнёй заниматься за 1000 долларов. Чтобы сделать бабки, нужно сначала проинвестировать в бабки. Да это же для лохов тема конкретная, видимо вы все тут лохи, я понял. Ну-ну-ну-ну. Давайте, разъезд, ёпты. Ты сюда, да? Ну да, где-то здесь. Чё, пойдём? Ай, блин, братан! Ну чё ты дрочишь нахуй? Здоров, дядька. Здоров, браток, ну один заболел там. Вдвоём справимся, ёпты. Точно справитесь? А чё-то серьёзное, да? Чё случилось? Чё случилось, братан? Короче, там помещение, там инструменты какие-то нам надо будет, сами возьмёте, вода там есть, если чё. Менять воду, выливайте прямо где-нибудь здесь. А что там случилось, братан? Ну посмотрите. Свинью зарезай. Давайте, как закончить, наберете, я подъеду. Ты видел, он весь в крови вышел, ебать. Да, братан, ну в крови, может, свинью резали, ёпты. А если нахуй человека порешали? Ну давай, погоди, посмотрим. У меня ствол есть. Ствол аккуратно в руки бери. Давай, братан, ты первый. А чё, схуяли я первый-то, бля? А чё я-то первый должен быть, братан? Так-то нахер я тему нашёл, так что тебе твоя очередь... Так-то старшаки сзади братан, идут. Братан, так-то старшаки всегда вперёд, младшаки назад, нахер. Блять. Давай, браток. Ёбаный рот, брат. Ну так чё, нахуй? Братан, здесь в натуре свиноферма, нахер, конкретная, бля. Какая ебать свиноферма, это чё, блять? Ты посмотри, это органы валяются, посмотри. Да какие органы, братан, это конкретный шницей. Что-то мне эта хуйня вообще не нравится. Сейчас вагю, ёпты. Если легавый нагрянул сюда, нам пизда. Надо, муж, по-быстрому убраться. Тут ебать по-быстрому, на неделе работа нахуй. Я предлагаю посменно убираться. Кто-то стоит на этом, ну ты понял. Давай, братан, ты первый, я да, пошёл на стрём. Я на стрём, братан. Да, я на стрём. Братан! Чё там, братан? Смотри, дядька мертвый лежит, долбоёб, я ж тебе говорил, блядь, это бля, не хуя, братан, нахуй, это не свинюшки, конкретная блядь. Макуха, нахер. Ты чё, для чё меня подписал, придурок? Какая нахуй реальная тема, ты долбоёб. Мы всем будем говорить, что мы говорить будем, что мы маханули, типа, и убали. Ты вообще? Чё? Дурак, блядь. Давай я тебя сфоткаю. Сейчас я в инсталайф, ага, давай. Не, братан, в инсталайф-то не надо, давай, нахер. Давай, будем круто, нахуй. Пойдём да. Сразу с трупом, сфоткаю тебя, пойдём. Отгоняй быстро, нахуй, кладем трупы, увозим. Давай, братан, вывози. Давай, грузи его туда. Варим, братан. Я вообще не с тобой был. Ну да ладно, я поехал тогда. А где нахуй упал? Посмотри, дядька вывалился. Все, варим, братан. Братан, мы как будто с тобой в натуре после романтика какого-то едем, слышь? Братан, его в натуре закапывать надо, нахер. Есть лопата там?
Нихуя нет. А где лопата? Блять, ботан, забарахти, ёпты. Сука, колымагу купил ебаную, она даже не едет. Ботан, забарахти и конкретно нахер. О, блять, тут же... Ой, блять, нам пизда вообще. Надо просто уходить, надо уходить, я тебе говорю. Да ботан, я не брошу свою ласточку. Не езжай дальше, блять, я тебе говорю. Все нормально, я порешал. Нормально? А забирают. А куда? Чё, куда? Забирают-то. У нас СТУ? Алло, да. Мы убрались, но у нас конкретные проблемы теперь, нам еще расходы оплатить надо. У нас этот жирный труп, у меня тачка, ёпты, стрельнула. Я не про труп. Какой труп? Ну там труп был, ёпты. Я не понимаю, о чем ты говоришь, хорошие помогите приколы, братан. А, да это да. Прикол, братан. Скинь мне $500 теперь. Каких $500, ты чё, охуел, мы договорились на 250. Хотя бы 300, ёпты, ну машина сломалась, пока ехали к вам на кининг. Все убрали прям. Вообще все. Ладно, я сейчас съезжу, проверю и позвоню. Хорошо. Да, у нас летают иногда тут крюки. Я лучше, блядь, лягу на. Нихера у вас сервис. Бля, братан, ну можно поосторожней, да, конкретно. Да, тут у нас крюк проблема, тут блядь, с проблема. Вы... Ебать! Ебать! Ебаный твой что рот. Что за хуйня? Это чё у вас тут? Это чё у вас тут такое? Ну и у вас сервис, я вам больше не верю нахер. Чё, съебаться пытаешься? Ты чё снимаешь-то меня? Это что такое вообще? Да это у вас там выпало с машины. Я ни при чём нахер. И машинка завелась-то как хорошо. Ваим, братан, там туп вывалился нахер. Уезжай. Братан, ну всё, нам пиздец, братан. А меня никто не выдал. Браток, ну чё там? Козлина, где кукла? Какая кукла? Лежала кукла там, вы куда её дели, сука? Она на Гринвиче выпала. Какого хуя она на Гринвиче, блядь? Ну, мы думали её убрать надо, ты же сказал всё убрать. Куда вы её убрать собрались? Ебать, вы чё наделали, где она? Сэр. А? Добрый день. Добрый. Как ваши дела? Какой Нормально, а чё? Всё хорошо у вас? Алло, хуй картавый, пиздец тебе, сука! В смысле, братан? Оглядывайся теперь, козёл, блядь! Братан, стой, погоди, давай всё! Нахуй. Где ты сейчас? Я на школе, я на школе университет. Какой школе? На школе университет. Пизда твоей школе, завтра взорву её, сука. Братан, да не давайте надо! На месте, не подходите ко мне. Да я по телефону вообще. Ну чё, тебя повязали уже? Не, да тут какую-то машину штрафуют за красный бордюр. А что надо штрафовать? Так, сэр, ID-карту положите телефончиком, ID-карту отдам. Возьмёте? Да. Отлично. Руки поднимите. За что? Не поворачиваемся ко мне лицом. Не поворачиваюсь! Руки. А что вы делаете? Сэр, поднимите руки в воздух. У вас сзади там преступник! Тазер! Братан, цепляй тачку какую-нибудь нахер! Пошел тогда, хоть ты сразу же говорил, что хуё! Стой, догоню! Стой, сказал, руки! Руки на крышу положил, на крышу руки нахер! Положил! Чё, и попытка угона? Да это, я случайно споткнулся! Да. Сэр, вы находитесь в розыске. За что? Какой нахуй розыск? Не могли так быстро розыски ебануть. Добрый день, офицеры. Проезжаем дальше. Сэр, проезжайте дальше. Ага. Значит, смотрите, сэр. Пару вопросов. Слушаю. Раз вы ничего криминального не делали. Что вы делали сегодня? Поправка, не сегодня, а вчера, 14 числа, примерно в это же время, в 11. Не помню. Так чем быстрее вспомните, тем быстрее выйдите отсюда. А просто так вас сюда не выйдете. Так если я не помню, я как, ну вспомню когда-то. Вы мне намекните, чем я занимался. Ну, возможно, на Империоре каком-то катались. Чего? Ну, в общем, в любом случае, на зелёной машинке вчера в 11 вечера не катались. Нет, не катался на зелёной машинке. В Сэнди Шорс. Нет, я не катался на зелёной машинке вчера в Сэнди Шоус. А что вы делали вчера в это время? Да я не помню, но точно не катался. Ну, вы говорите, намекаю. Ну вы сказали, вы катаетесь, я говорю, нет, я не катался на зелёной машинке. Я трахался в задницу.
Трахал в задницу девку свою в каньоне Ратон вроде. В каньоне Ратон. Какой каньон, общественное место, мы там в лесу. Она может это подтвердить? Да. А как зовут девушку вашу? Эй. Что эй? Эй. Как? Эй, ёпты. Как? Эй. Номер могу ее дать. Да, давайте так, лучше будет проще. Эллиот, правильно? Эй, да, Эллиот. Сокращенно Эй. У меня Эй, даже в машине Эй. Есть вещдок. Правильно? Я презерватив сохранил. О, это хорошо. С говном. То есть по Джоуша Роуд вы не проезжали, правильно? Это где? Дорога из Джоуша... Ну, это в Сэнди Шорс. Через дорогу шерифского департамента. Такая длинная дорога. Да Джоуша я Роуд, не помню, где мы проезжали. Вы сказали, на зеленой машинке. Нет, я не катался там на зеленой машинке. А на пикапе, может быть, ездили? До этого или после этого на пикапе ездили? Катались, развлекались на пикапе? Где? В городе? Ну, в Сэнди Шорс. Нет. Что за пикап-то? Ну, какой это пикап? Свет, ну, бля, пикапов скажу. Много может быть, ёпты. Ну, вы-то наверняка на каком-то определенном ехали. Да я не помню, в городе я катался на пикапе. В 11 вечера. Да не помню, вчера просто. Я за временем не сижу. То есть после, соответственно, факта совокупления, вы на пикапе отправились в город со своей спутницей жизни, верно? Я мы не на пикапе были, на моей машине. А какая у вас машина? Серфер. А, вот она. Вы когда такая... морковку покупаете одну и бутылку пива, вы чё, чек оставляете? Ну, что, вообще да. Ну не пизди, офицер. Какие нахер чеки? Камеры там посмотрите в море. В море? А, в море. Ёпты. Не передразнивай меня нахер. Не-не, я же уточняю, я просто... Ни в коем случае, сэр, вы что? Мистер Олл. Какие нахуй чеки? Эта история очень забавная и потешная. Вы я мне спросили, что я делал в 11 вечера. Я кричите, вам ответил. Не надо кричать. Я конкретно, кричать, конкретно трахал в задницу свою да, серёжку. Да. Серёжку? Серёжку. Дело все в том, что вчера приблизительно в 11 вечера, плюс-минус, было совершено похищение человека напротив шерифского департамента в Сэнде. Что ваша кровь найдена там, на месте похищения. Ну, может, офицеры это... приехали очень быстро после вызова похищения. Кровь была достаточно свежая, не успела спечься. Поэтому вот это вот все, что вы сейчас выдумали, конечно, очень интересно. Слушай, в смысле выдумал? Вы меня клеветать хотите? Эй, мне позвоните, она подтвердит, у нее даже задница болела. Немного меня смущает насчет факта вашей рассказанной истории. Поэтому на вашем месте я бы начал рассказывать мне правду как можно скорее, чтобы... Ты что, не слышишь, выйти. Офицер? Если мне в 10 часов штраф выписай, потом 10 минут мы в море, потом 10 минут мы потом еще чинились, потом 5 минут заправлялись, и потом поехали на север, это уже было 22:40 где-то. И там мы полчаса трахались конкретно в задницу. Отлично, кровь ваша откуда на месте преступления? Да я откуда знаю? Бля, ладно, если ты так хочешь меня посадить, то сажай, я заебался с тобой уже эту комедию ломать. Да все сажай, раз там какие-то ДНК, не ДНК, сажай уже, я тебе рассказал историю, как все было. У вас просто начало инцидента стоит в 11 вечера, я понял. Хорошо, ближе. Ближе к 2 ночи, верно? Отлично. Нихуя вы разницу взяли, блядь. Ну это не моя... Охуительно. Ой, блядь, работа полиции, нахуй. Что? Вернемся к тому же пикапу. К двум часам ночи, к дороге напротив Ширийского. Что? Мне надо повторять каждый раз тебе или что? Не нужно на меня повышать голос. Это ты тут сначала то 11 часов вечера говорил, то теперь уже поэтому 2 я... ночи, нахуй. Ты определись для начала, офицер. К двум часам ночи, ты чем да занимался? Да ты нормально общайся, сам проебался конкретно нахер. Дядя ехал на ферму. Откуда? С города, бля. Где живет? На ферме. Во сколько вы туда приехали? В 4 часа примерно. Такие воспоминания у меня. Не помню, вроде было резкое конкретное торможение, и я ударился об панель переднюю. И сплюнул кровь вроде, но и не помню. Это было как раз таки напротив шерифского департамента, правильно? Ну, видимо, да, не помню. Бля, у тебя с дедукцией все плохо, да? Я ж говорю, а переднюю панель на какой я еще мог перед сиденьем находиться? Вдруг бы ты ответил, я не помню, не знаю, у тебя почти... Не, офицер, я не настолько тупой, я время 11 часов и 2 часа ночи не путаю. Согласен, остроумная шутка, дружище, остроумная. Соглашусь полностью, ёпты.
Ну мы похитили типа, но я просто сказал, что нахуй. Ну мы же притормозили там, притормозили. Давай, братан, не расстраивайся, еще получится кого-нибудь придушить нормально. Не, Серый, я не расстраиваюсь. Во-первых, крепкий, я вам не братан, начнем с этого. Лично, власть в данном месте штатом Сан-Андреас, вы арестованы по обвинению в нарушении следующих статей. Точнее, 35.1, 65.1, 72.1. Это что за статьи, ёпты? Три статьи, это у нас идет. Попытка скрыться от офицеров полиции, вы от нас убегали. Было. Далее, это попытка угона транспортного средства. Так я же не угонял. Попытка, слово слышите? А что значит попытка? Это я просто стекло разбил. Это называется отлично. Посягательство на преступление. Вандализм, ёпты. И третье, это называется хранение нелегального оружия. Раз вам все ясно, можно на выход. Получается, от похищения я задефался нахуй! Победа! Сюда! Сюда! Из сохранности ничего не пропало, далее распишитесь. Короче, братаны, поджал под себя конкретно этот департамент, ёпты. Тут те все офицеры подо мной ходят, я их старшак нахер. Так что все знайте нахер. Я ему сейчас конкретно базаргу. Все по полочкам, ёпты, растерил нахер. Он даже в ахуе был немного. Рыба неуловимый, ёпты. Мистер Роланд. Ну, ёпты, да. Забыл сфотографировать, пойдемте для фотки сходим, сфоткаемся. Так а чё? Я уже... Я чё, задержан? Нет, я просто вас щелкну, и вы пойдете. Ну, дальше. Другой раз как-то. Нет, вы сейчас за мной пройдете. Второй раз просто изи, нахуй! По моим правилам здесь все живут! По моим конкретно! Я здесь в городе! Я здесь в городе! Скилл, нахуй! Скилл! Yeah. Вот разбита правая, чувак, фара. Это чё на моей такси тут делаешь? Ты чё нахер, слышь, бля? Это не... моё такси нахер. Нихера себе, братан. Чё? Да ты чё, это моё такси. Ты чё, охуел, чувак, нахуй? О, ну-ка, братан, вылез, тут нахер. Даже ключи есть, ёпта. Ты чё, сука, мать твою, нахер? Ну-ка, вылез. Бля, ты чё нахер, чувак, а ну стой, сука. Ай, бля. Братан, да тут даже ключи были. Парь, я тебя углю нахер. Братан, это реально твоё такси? Чуваки, угнали тачку нахер. Водите такси немедленно. Погоди, офицер, обознался. Да нихера, чуваки. Это реально твоя такси, извиняй, братан. Угнал, чувак. Поднял руки, парень. Ты еще баксов, я скажу, что все нормально, чувак. 20. Ты еще баксов, давай сюда. Братан, ну это ты какой тысячу баксов? Телефон давай сюда, телефон, чувак. На, держи, братан, вот из кармана забирай. Давай, чувак. Давай, телефон. Хорош, все. Да, он угнал мою тачку, чуваки, он угнал, да, он угонщик, сука. Сука. Эй, слышь, Снежок, ты чё, вообще перепутал, да? Офицер, это ошибка, я перепутал. Офицер, ошибка, я думаю, моя такси, извините. Не ошибка, он угнал ее, чуваки. Я понял, спустись на колено. Блин, офицер мне тачку разбил. Не, ну реально, дебил, ё-моё, чё могу сказать? Чё, Снежок, туда тебя? Офицер, я просто вышел, и у меня такси стояло на СТО, я думал, это мое такси. И там он стоял и это самое, говорил, что это его такси. Вот у меня ключей не было, я смотрю, и ключ уже в этом, в зажигании. Я думал, это моя. Я только потом остановился, когда он побежал. И посмотрел на номера и вышел из машины сразу. Ну, я не знаю, может закончилось. Ну, у меня было такое же такси просто. Здравствуйте, офицер! Да.